Ла-ла-ла. Ну, я закрыла просто, по-моему, Twitch. Ты же сейчас написал, мне не показывает время, когда человек пишет. Я могу только пододвинуть этот микрофон чуть громче и говорить не буду громче, чуть ближе, чуть громче. Так нормально? Или музыка громко? Блин, все вот эти приколы с кучей всего, да? Да? Спасибо. As always. Мне не показывает статистику, я не вижу, есть люди, нет, с этой прогой. Я не понимаю. Я типа открыла статистику Twitch, это не то, нет? Хотя, не знаю, наверное, не вижу. Да? А, блин, а у меня через Twitch тот было видно, сколько ко мне пришло людей. Так я типа не выкупаю. Да? Ладно. Ну да. Ну ладно. Тогда я буду в полном неведении, короче. Скорее всего, никто ко мне не придет. Мне я забыла поменять эту штуку. Или я могу сейчас это сделать? Или потом? Я просто надо было это, наверное, вначале сделать, а я затыкала. Боясь именно сделать. Красота и... Мне не видно, что там. Что там? Мне не видно. Красота и... Нифига не видно. Короче, там можно в красоту запихнуть. Хорошо. Всего. Короче, слушай, ну здесь прямо очень много. Здесь какая-то... Я не хотела написать. Непонятно, здесь слишком много всего. И...
набрала, по-моему, искусство. Не, не понятно. Блин, я убрала еще и по эту категорию, которая у меня нормальная. Да, скорее всего, это телефон. Господи, чуть на пол не бросил. Короче, пусть будет искусство. А сейчас помехи есть? Нет? Окей, спасибо. Ты там один на страже этого. А, все-таки показывает два зрителя. Все-таки есть этот статистика, просто она какая-то тугая. Типа там окошечко в БС есть, которое можно выдернуть. Окей. Просто почему-то оно очень сильно тупит. Намного медленнее все происходит. Спасибо. Я уже телефон выкинула. Ой, я поделилась. Мне не нравится постоянно одно и то же постить в сторис. Это один ты, Стас, сидишь, да? Ну, ничего страшного. Потом посмотрит. Или не посмотрит. И очень много потеряет. Научишь меня всему. 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 А что? Ну, типа... К примеру. Давай, напиши мне. В смысле моей работы? Типа, чтобы где-то шапки были? Типа, что? Ну, в смысле... Как? Ну, короче, это, наверное, оформление в течение надо. Я там видела какие-то есть приколы, осики, но я не врубилась, как это сделать.
То есть я не надо будет вообще видосы посмотреть, что кто делает, что. Ну, после на ютубе. Как это все, чтобы тебя не досталось. Очередной раз. Ну ладно. Ну так же видно, типа, ну видно, что я там делаю. Кто захочет, тот посмотрит дальше, что типа того, не знаю. А, ты имеешь в виду, типа, в Твиче можно оформить? Ну, в смысле, дизайн Твича, типа, или что? А, привет. Так интересно тупить статистика через эту штуку. То есть там, на самом деле, сразу показывала, а здесь у меня всего один зритель, и все. Я так понимаю, и с очень большой задержкой вы меня слышите, и, типа, наверное, ну, такое. Мене бісить трохи.
А зачем просто комп снимать? А, или типа потом вставки будут и бла-бла, то есть это типа не... Ну, в видосе вставки, в смысле. Ну, прости, ладно. Ну, я думала, самое интересное это как делают этот весь дизайн. А, или типа ты сам комбо еще какой-то офигенный собираешься делать. Я поняла, я, наверное, забыла просто об этом. Да, у меня тут еще олень есть. Немного оленя. Чуть-чуть, кусочек оленя. Успела нарисовать, пока все были где-то далеко от меня. Я поняла. Задроты. Телегу? А, да, ну типа да, да, я понимаю. Хотя я типа, знаешь, еще что? Сейчас начинают все косплеить всю эту тему, все рисовать. Я аж слишком аж пипискнула, когда сказала. Вот. И оно такое все, ну какое-то, не знаю, китчевое, можно его назвать, нет? Я чуть-чуть более тонкий стилек мне нравится, чем слишком какой-то наляпистый. А кибер-тема, она прям вся такая, ну, как дизайн для этих, для игровых штук всяких. А, я не... Там свет какой-то был, нет? Слушай, так реально, подожди, в игре ж будет, да? Она ж, по-моему, и покосплеила эту тему, да? С рекламы все гнали по этому поводу, ну, типа, угорали. Да, я, кстати, вначале я подумала, что это задний свет. Даже, честно говоря, не увидела. Я не туда смотрела. Ого, у меня тут этот... Супер-супер старая тема играет. Интересно. Это максимально странная музыка будет. Хай-хай-хай. Музыка класс, которую я просто попереклацала 20 раз. No, I don't speak English, sorry. Super bad. Hello. Maybe. I can't explain, sorry, really.
Фу. Я еле прочитала, что ты написал. Здравствуйте. У меня что-то подмыха чешется, простите, я почухаю подмышку. Это... Ну не угони с меня. Не, на самом деле я сейчас, блин, я как дурная, сейчас кучу приложок всяких юзаю по-английскому, потому что меня очень сильно раздражает, я же говорю. И периодически высматриваю, кого из преподов можно, ну, типа, взять. Очень сильно стремаюсь, ну, типа, волнуюсь, я, типа, любитель психовать и нервничать, вот. Но скоро займусь этой фигней, потому что это уже, типа, какой-то прям, я не знаю, как будто из прошлого века, что английский не знаю. Ну да, я из прошлого века, но не до такой степени. У меня, наверное, олень получится слишком мультяшным. Я плюс-минус, я, к примеру, я, наверное, процентов 30 могу понять из разговорного, если фильм смотреть, к примеру, там чуть больше, ну, смотря тоже, как разговаривают и о чем. Читать плюс-минус тоже могу, писать плюс-минус, опять-таки, писать сама я не могу, разговаривать сама я не могу. То есть я это все через транслейтер делаю. Вот, но, ну, вроде как базовые какие-то знания, там, по постройке предложения, там, какие-то слова, бла-бла-бла. Ну, типа, когда я за границей, я могу что-то попытаться рассказать, сказать, но для этого нужно привыкнуть к этой фигне. Так как я не привыкшая именно разговаривать, то я, для меня это прям паника. Мне тяжко. Не, ну если нормально хватает для общения, то типа значит все норм. Дальше можно себе улучшать себе спокойно и все. А мне прям практически с базы надо начинать все. Ну, а мне печально будет этот. Печально мультяшный олень. У меня вообще на фотке хитрая рожа такая, типа очень дурная. Не знаю, мне надо как-то изменить немножко. Я как только разговариваю с вами, сразу хриплю. У меня что, тут опять одни пацаны собрались? Или девочки просто не привыкли писать мне? Куда все женщины делись? Кусочек женщины у меня тут присутствует, хорошо. А в какой области кусочек у меня присутствует? В какой части? Какой частью женщина тут у меня тусуется? Трек... Я все еще опять включила Twitch, потому что все остальные треки у меня, наверное, просто вырубит этот Twitch. Вообще не знаю, какой музло на самом деле включать, у меня все какое-то неуместное для видосов.
Окей. Hello. У меня, кстати, не стоит на телефоне приложуха, которая выдает все вот эти вот звуки этого. Шум грозы, моря, города, не знаю, птички. Я пытаюсь заснуть под эту фигню. Ну, тоже варик. Ну, вы тогда точно поспите, наверное. Просто заснете все и все. Ну, типа, да. Сейчас такая. Вообще-то, на самом деле, музло. Школа или универа? Я пытаюсь, наверное, универа. Да, в школе я не такое слышала. Это универ, все, лет 10 назад. Лет назад это на первый курс, 2008, да, это типа первый год. No, I just have one minute. Ну, а закончили как бы все-таки 8 лет. А, ну да. Окей, да. Ты прям как доктор, я не знаю. Как будто все слишком серьезно, знаешь. Псих. Я поддерживаю, да, типа из, ну, плюс-минус поддерживаю с одноклассниками, но просто получается, в чем прикол? Ты же когда учишься плюс-минус на одной, в одной сфере, то там можно нормально себе поддерживать, ну, это когда все расходятся во все разные стороны, тогда сложнее получается, а так сфера плюс-минус где-то похожа, что-то какое-то творчество, и... Ну и реально приятно, когда адекватные люди есть, и чё их терять. Ну да. Хотя все долбени на самом деле, сами по себе. Может, когда долбени эти просто совпадают плюс-минус, тогда еще можно тусить. Не, на самом деле у меня, типа, одноклассники получше стусились. Ну, типа, вот тоже Маричка, откуда ты знаешь, да? Вот, у них как-то почему пиликают? Ну, они, типа, получше держат связь, чем я. Я так иногда припираюсь и пропадаю. В смысле? Мой цвет за пределами экрана? Это как? Шо? Я не понял. Блин, мне не понравилось. Мне такое странное все было. Там как-то тут вообще не туда пошло. Хоть хер не ушел. Но идея забавная. И вообще, типа, мы со школы ездили, и с универом, когда ездили, оно, типа, прикольно, когда есть возможность поменять обстановку немного. Вроде бы как учишься и не учишься одновременно. Что значит за пределами экрана? Как это понимать?
Я тут поддерживаю этот розовый цвет. У меня свитер с розовым. Тоже, кстати, оленем. Я рисую оленя, у меня розовый олень. Как я классичная девчонка. Кто знает украинский, короче, что-то. Как классическая девочка, я сказала. Если вдруг кто не понял. Я, кстати, Стас мне помог пофиксить звук. Народ, вы заценили? Звук лучше, нет? Или никто ничего не заметил? Правда, уши надо купить. Что? Проверить с прошлым? Сравнить, типа? Респект, Стасаню. Кто? Что? Он прекрасен. Кто? Что? Стас прекрасен? Стас прекрасен. Или звук прекрасен? Звук прекрасен. Не знаю, все прекрасны, короче, ладно. Кто сколько прекрасных? Хорошо. Кстати, когда выбирала, я вроде читала об этой фигне, но, как всегда, моя память вытеснила просто всю информацию. Я не знаю, я взяла Razer. Какой он там? Я, наверное, да, не знаю. Я даже этот не помню. Модель. Честно. Ну, я могу его показать, если надо, не знаю. Сейчас я кашлять начну. Да, наверное, да. Да, точно. Блин, он так упакован красиво был, это капец. Я как люблю, типа, все вот эти черные коробки там с салатовыми вставочками. Ну, очень красиво было. То есть не супер как-то... Я же говорю, как геймерская вся эта тема. Миллион цветов и всей этой фигни. Вообще очень красиво. Я даже коробку не смогла выбросить. Я вообще не любитель выкидывать красивые коробки. У меня там это все хламится. Как у бабки. Да. Ну, да. У меня еще типа половина коробок на самом деле для кота. Для реального кота. И половина коробок для меня, да. И ты будешь это все раскрывать, это же целый фетиш, да, на ютубчике есть, когда раскрывают упаковочки, и народ там просто слюной исходит. Ну займись, людей еще под это подтянешь. Слишком длинная шея. А чё у меня отличается эта хрень? Кого хрен? Блин, ну сними хотя бы для меня, серьезно.
Я сейчас свой фетиш новый просто открою для себя. Я просто представила все эти коробки, когда их много, и когда они все там какие-то с бархатными какими-то вставками, черненькие, вот эти все какие-то плотненькие, это ты шо? Что такое РГБ? Ты, как всегда, выражаешься, чтобы я задавала больше вопросах тупых. А, тю, точно. Дизигнер я, да-да. Блин. О, господи, какая я тупа. Я помню. Хорошо. Ну, это красиво, наверное. Вот это? О, это ты что? Еще и экран светится практически тем же цветом. И моя аватарка. А вот это Steels, да? Надо вспомнить, как это называется. Я, смотри, помню, тоже долго не могла запомнить название этой херни. Ну, ручка для вот этой штуки. Ну, типа, я есть Грут, да? Я есть Саша. Я так, в принципе, и разговариваю. Года 3. Или даже уже 4. Скажем так, у меня за первый год пришло 10 тысяч, а потом в следующих годах, а все-таки 3, да, наверное, 3, у меня там в конце 17-го. А в следующих годах типа где-то по 1006, вот как-то так вышло. Что-то типа 6-7, ну как-то так. На самом деле, некоторые думают, что я, типа, купила себе подписчиков. Я так не люблю эту тему. Ну, в смысле, я не люблю, когда народ покупает и когда народ думает, что, типа, купила. Всегда так странно, эта фигня, когда народ закупает себе подписки. Ну, если для бизнеса, наверное, типа, да, стоит. Что все-таки там раскручиваться долго нет времени, наверное. Да, конечно. Есть, потому что действительно появляются какие-то люди, которые мне там и какие-то, ну, я не знаю, там, к примеру, по персонажке задают, ну, там,
карандашиком нарисовать какого-то персонажа, да, кто-то там именно на проекты зовет. Не так много пока все равно, то есть иногда попадаются другие каких-то штук, но в целом профит точно есть. Ну и вообще это все равно контакты, то есть по факту ты можешь там потом, я не знаю, где-то через кого-то попроситься написаться, не знаю, списаться, обсудить, не знаю, там как-то договориться, может быть, ну типа постучаться. То есть в принципе такие штуки всегда полезны. Ну действительно, если, конечно, подписываются не совсем какие-то дети, потому что там часто бывает, смотря что постишь, что те люди к тебе подписываются. Вот, но подписки полезная штука. Я не хочу хвост. Наверное, сотру его хвост. Что я не хочу? Очень-очень все неоднозначно, потому что у меня даже специально сохраненные, мне периодически скидывают целые аккаунты с просто абсолютной порнографией, то есть там вот прям вот все видно, все сделано, при этом довольно детально, и типа вроде бы как не банят. Теневой это что? Это типа когда ты сам этого не знаешь или что? Я, кстати, не... Но я видела такие аккаунты. Скажем так, мне кажется, там от поры до времени. Если придет какой-то придурок, который типа за... Ну, как придурок. Просто, я не знаю, кому-то кто-то недовольный, пожалуется, то, наверное, инста точно может забанить эту всю тему. Внезапно. Говорили о членах, и тут Зеленский. Мне типа сторис несколько раз банили, но скорее всего там просто кто-то жаловался на меня. Но там какие-то фотки я постила, типа какие-то художников, фотографов. Я недавно видела такую штуку типа Тудвасевой, но мы решили, что это глюк. Но у нее не было там никакой эротики, просто обычный пост, и его никто не видел. То есть я тоже не видела, пока не зашла на ее страницу. Но мы решили, что может это какой-то глюк инсты, потому что инста любит нововведения какие-то делать, пускать, и оно нифига не понятно. Yes, a little. Sometimes. Hello. Small hello from me. Давай, Стас, да, спасибо опять за помощь. Вечный помогатель мне просто. Йо, я что-то делаю, что не понимаю. Что? Дине привет. Детям привет. Всем привет. Среди ночи. Блин, на самом деле, этот олень прикольный по композе, но он абсолютно не мачится с этой козой, хотел сказать, с этой лошадью. В смысле, что блюрит? О чем ты? А, про порнуху. Да, точно. Разве? Разве? Я не помню, кстати. Я поняла, да. Я типа...
Не знаю, Behance на самом деле такой странный. Мне кажется, он какой-то... Ну, он реально больше для дизайнеров, чем художников. Ну, кстати, да, наверное, бана там реально нет. Я, кстати, об этом совсем забыла. Да, я вот пытаюсь понять, как. Я пытаюсь понять, как лошадку... Типа, мне не хочется же ее обрезать. И... На Behance фотографы? Да, я, кстати, я не знаю. Я вообще, наверное, не подписана практически ни на какого фотографа. И у меня мне показывает только таких книжных иллюстраторов и дизайнеров. Хотя я тоже на них не подписана, но, типа, мне кажется, там их больше. Так, больше ты не... I don't get it. Не понимаю, хорошо. Что мне с этим делать? Ладно, короче, я буду пока рисовать, а потом посмотрим. Подружу, да? Композиционно, если бы подружила, было бы хорошо. У меня, кстати, я живу, у меня там полно коз, но я решила, что козы не сильно мачатся с лошадью, ну, по характеру. Хотелось что-то типа величественное какое-то, не знаю. Блин, надо было изначально просто композу задумать, а я не думала об этом. Ну и ладно, посмотрим, короче. Серега, последняя концепт это для проекта или для своего чего-то? Наверное, прикольно. Там по силуэту и по графичности оно клевое. По характерности. Серега! Слышишь ли ты меня? Не слышу. Я понял. Я говорила, типа, концепты для себя рисовал последние, или это для проекта? Прикольно.
Прикольные реально штуки. Там, не знаю, мне прям по графичности, по персонажности, характерности, типа, мне прям понравилось очень. И правильно. Мне, кстати, ну, как странно. Хотя сказать, что странно, когда ребята говорят, что хотят портфолио себе улучшить и не делают ничего. Сейчас понимаю, что у меня тоже такая фигня была. Но это, но... Бывает прям у людей реально такие ступоры по этому поводу. Да. Ambient... Типа, включить? Задолбала вот эта мозгобойка какая-то. Я просто же говорю, у меня просто довольно все, мне кажется, знаменитые какие-то группы. И если я что-то включу, мне просто отключат вообще на весь видос, весь звук, и все. Но я на Эмбинте сидела тоже в универе очень сильно. Прям... Я тогда по электронике очень гуляла, и практически все жанры электроники у меня нормально так. Если в школе там это какой-то рок был, типа. Угу. Знаю эту фигню. Хотя у меня на самом деле не так много было. Я, наверное, просто даже никогда не хотела выкладывать, что я делала, кроме как на фрилансе, когда начала что-то по офисам. Ничего интересного. Ну, это у всех такая фигня, на самом деле, кто чаще всего или над большими какими-то проектами работает, и особенно над длительными. Вот это самое, конечно, такое. А особенно еще мне нравится всегда тема, если проект уже вышел, к примеру, там прошло от него там пару лет, то чаще всего, понятное дело, работа тех лет тебе уже точно не будет нравиться, и ты такой, окей. У меня, кстати, был мультик, ну, в котором я, типа, работала чуть-чуть. Ну, галимый ужасный мультик, на самом деле, украинский. И мы поржали, там что-то какая-то, ну... Для меня это, наверное, просто что-то новое было. Когда мы подписывали документы, там, по-моему, на то ли 150 лет, то ли что-то такое. Green Horizon немножко. Мне на самом деле буквально один трек там нравится. Я была на концерте, мне понравился. Но не фанатка. Мне он тоже кажется очень китчевым. То есть это не настоящий метольчик, это не настоящий... Это просто чувачок, прыгающий, бегающий, косящий под всю эту тему, мне так кажется. Я, кстати, из тоже песни, мне кажется, что... Ну, всегда странно, мне почему-то воспринимала Корн. Я никогда их не воспринимала серьезно. Я очень долго думала, что это какая-то стебная группа. Очень долго. Я реально думала, что чуваки стебутся. Не, мультик Клара. Он не так давно, на самом деле, в кино был. Ужаснейший мультик. Я рисовала, пыталась исправить ту фигню, которую они там с персонажами делали. И я туда бежала просто... Ну, вообще, я понимала, что ничего вообще из этого не выйдет. Заказчик не хотел ничего слушать, ничего не понимал. И вот такое все странное. Инвестор, скорее. Точнее. Не хотел никого слушать, короче. Я, короче, поняла, что нельзя садиться за стрим, когда у меня какие-то... Когда я не понимаю, что я буду делать. У меня сейчас какой-то такой ступор, я вот что-то делаю, но вообще что-то я не понимаю. Напряжно немного. Да, я рисую.
А что я делаю? А что происходит? Ой. Ладно. Не знаю, я начала рисовать, мне просто нравится вот этот вот, и потом я начну это двигать и трансформировать, и буду это все по 20 раз стирать. И я знаю. Но просто по факту, что я за то, что я туплю, я типа пытаюсь сделать так, как мне удобно. Не, я понимаю, я на самом деле, я знаю, я сейчас начну реально трансформить, скорее всего, оленя, наверное, или лошадь, и оно полетит все кое-куда. Да? Я клёвая, классная. Ну, спасибо. Я, кстати, очень хорошо помню момент, когда на второй своей работе мне тоже Абдир сказал, что типа порисуй, поскетчи на бумаге, там проще. Грубо говоря, типа там какие-то... По-моему, даже и на третьей работе. То есть у меня всего три офиса было. И, типа, и на второй, и на третьей мне вроде говорили, что, типа, по скетчу, поработай на бумаге, типа, если там хочешь что-то подумать, проще на бумаге. Для меня это было, хотя я до того работала на бумаге лет 10, но чаще всего с этими, с натурой. И для меня это было в смысле на бумаге проще. Я до сих пор, например, с этим не согласна, не понимаю, как может быть на бумаге проще, но было нифига не проще. Вот, но я на тот момент, помню, пыталась пробовать обратно вернуться на бумагу, и было так некомфортно. Ой, я думаю, что такое, что у меня с копытом, я это просто не вижу. Вот, типа, максимально дискомфортная тема после планшета, если ты долго не брался. Вот, и, ну, я просто помню тот период, когда мне тяжело было на бумаге. Очень. Так, ладно, хорошо, я вытру эту хрень. Мусоли на одном месте. Ненавижу мусоли на одном месте. Ну, как игровые. Тема за шо? На здоровье. А в игровых это типа, ну, первая контора это слоты, а вторая контора это типа подобие MMORPG. Кто-то что-то пытался там и пытается вроде до сих пор, но из-за этого, скорее всего, не хранили. Как у нас практически на многих фирмах. Кто-то шарит, что сейчас играет? Никто не любил когда-то эту группу? Одни из самых прикольных, практически одни из первых в этом жанре. Блин, ну, несмотря, наверное, какой. Если в нормальной, ну, все хотят в каких-то больших нормальных фирмах поработать, а не на слотах. Слоты это прям, если ты правишь тему. Вот. В целом, ну, типа... Ну, это немного лучше было. Ну, типа, проект другой, но это не было лучше. Там чаще всего меньше денег. И больше непонимания. Какая-то абсолютная потерянность у всех, потому что у нас, ну, почти нет. Если это, конечно, не чуваки, которые делали метро, к примеру, не знаю, то все остальные это люди, которые никогда в жизни подобным не занимались и такие типа, а сейчас мы сделаем, сейчас мы покажем всем. И это получается какая-то такая, ну, на несусветная, одна, ну, типа, на одном месте просто топчешься по всем параметрам. А, нет. Что? Какие кристаллы?
Я не знаю, вообще могу я называть фирмы. Имена фирм. Плохую им рекламу создавать. А, Crystal Castles, да, именно. Запоздала просто. Да, я просто дико, я помню, что я невероятно обожала этих чуваков. Там очень какая-то печальная очень у них биография у девочки этой, как оказалось. Насколько это правда, не знаю. Вот, но группа, я помню, еще в Украину не должны были приехать. Боже, как я там визжала просто от счастья, потому что на тот момент для меня это прям... В 2012, как сейчас помню, в Crystal Hall, Crystal Castles должны были быть. И, короче, все перекрыли, по-моему, там что-то не получилось, и все. Я помню, плакала здоровенными слезами. Вот, да. Муть это в смысле плохая или мутная, типа неправдивая? Потому что барышня... Ну, короче, там я могу рассказать для ребят, которые не знают. В Crystal Castles, типа, брат и сестра в группе. И она рассказала, что, типа, брат ее прям и насиловал, и очень сильно мучил. Он ее прям заставлял работать. Он там чуть ли не, не знаю, наверное, наручников только не хватало на батарее. И не знаю, насколько это реально, но там прям какой-то садизм будто происходил, насколько она рассказывала. Насколько я помню. Да, это брат. Но опять-таки, это то, что я слышала на тот момент, насколько я знаю. Угу. Ну, это как и про Диантровуд, да? Да, Диантровуд эти. Там тоже, типа, идиотские такие истории про них есть. Но они мне когда-то нравились по стилю, но тоже они как раз мне идиотиками кажутся такими выпендрёжными какими-то. Но вообще биография, типа, иногда бывает прям очень интересная. Я вот, к примеру, не так давно узнала. Я не знаю, сколько это вам будет интересно вообще. Короче, Mayhem, да, группа, что у них, оказывается, реально обложка с реальным самоубийством была. Я прям... Типа для меня это было открытие. Мне нравится, я уже рассказывала, мне нравятся всякие истории про убийц, какие-то там смерти, еще что-нибудь. Ну, чисто послушать, посмотреть. Вот, и для меня это прям такое было, ну, то есть там участник группы прострелил себе голову, второй чувак прибежал, сфоткал эту всю историю, и они поставили это на обложку альбома. Funny. Простите, я не знаю, насколько вам это вообще интересно, но так как здесь пацаны, я думаю, пацаны выдержат эту историю. Ну, как факт, сам факт, оно такое, типа, окей, забавно. Металюги так металюги. То есть они прям... Чё добро пропадает? Тогда там ещё чувак, типа, взял, по-моему, кусочек черепушки и, по-моему, себе кулончик сделал. Ой, а потом, по-моему, тоже самоубился. Что-то такое. Там, по-моему, два чувака убилось. Я, кстати, знаю название, не помню группу и не знаю историю. Пиши давай, мне интересно. Или что ли, там она длинная и противная. Да, смотрела. Я не помню, по-моему, новый... Я вот не помню, новый какой-то я смотрела, точнее этот... Боже мой. Новые серии смотрела я у него или нет, я вот не помню. По-моему, все посмотрела. Ну, он забавный, да. Но мне нравятся больше документалки, потому что Майндхантер все равно этот художественный сериал же. Вот. А есть прям очень интересные документалки, не так много, к сожалению. Или я не знаю, или я просто не нашла.
Ну да, это я знаю. То есть я в курсе, что это по реальным событиям, но все еще это актеры были. То есть он прикольный, да. Идея клевая. У меня многие тоже знакомые нормально посмотрели, как я. Ну, типа, в принципе, хорошо отзывались. Я, честно говоря, даже уже не помню, что там. Кроме этого Мэнсона, я больше там ничего не помню. Что я делаю? Не он из-под жопы, чтоб все знали. Я опять печальную историю вспоминаю. Ой, что-то меня уводит не туда немного. Я, кстати, думала, фон может поменять. Нет, нет задумки, я просто хотела порисовать лошадку или животных. Вот, у меня просто куча референсов. Я же говорю, я хотела как-то немножко бездумно посидеть, но чаще всего, да, наверное, это заканчивается каким-то вот таким вот непонятным потом страданием, когда совсем не понимаешь, что вообще должно было быть. Я хотела просто порисовать. Ну, и решила как-то оформить чуть лучше, потому что одна лошадь вот скучно. И на данный момент реально лошадка сидит на спине у оленя. Да, я сижу тупо на спине. В целом, честно говоря, реально, когда хочется, а когда... Чаще всего просто то, что хочется. У меня с цветом всегда были проблемы, и я пробую, экспериментирую, типа, какие цвета между собой прикольно соединяются, сочетаются, и как оно, ну, так, чтобы просто было, не знаю, повеселее. Так, мне не нравится это оленя, реально. Не туда вообще, не туда, не туда. Да, это что, все там изучу. Ладно, посмотрим. Многие, кстати, спрашивают, реально очень многие спрашивают, почему и как я делаю такой цвет. Вначале у меня там была логика. Я объясняла, что типа, ну, по факту она изначально так у меня и происходила. Вот вы когда смотрите на картинку, всегда есть какие-то определенные, ну, к примеру, если смотрите на картинку, всегда есть определенные холодные какие-то части в теле человека или животного, а есть, ну там, в зависимости от цвета и в зависимости от участков тела, есть определенные разные оттенки, ну, типа, частей этих всех.
Вот, изначально я, типа, отталкивалась от этой штуки. Типа, там, к примеру, нос краснее, да, там вся вот эта вот банальная штука. Лапки, ручки краснее, там еще какие-то штуки. Потом можно было это усиливать, да, и как-то прям буквально воспринимать. Там синее, значит, там синее. Там, я не знаю, зеленое, значит, там зеленое. А потом я просто начала вот так вот. Что хочу, что хочу, то и делаю все. Я не помню. Алтерус, честно говоря, еще имя такое странное. Вообще типа что-то мне даже намеком мозги не напоминают ни о чем. О, господи, музыка. Че включить? Прикольно, короче. Скинь ссылку, может, кто это? Что-то мне вообще никак не напоминается. Угу. Он на меня даже подписан. Что делать? Словакия. Я, конечно, я немного не мое. Мне кажется, цвет как раз немножко грязноватым. За счет того, что типа очень много рендера и очень много. Ну, типа. Цвет. Мне просто нравится, знаешь, как, типа, мне нравится цвет большими плашками. Типа, вот здесь вот конкретно большой зеленый, и в нем зеленые оттенки. Здесь, к примеру, синий, и в нем синие оттенки. А здесь прям получается в каждом участке плюс-минус много всего-всего, как я не знаю, как переливаешься камень. И оно иногда бывает. Мне все еще азиаты больше нравятся, как они работают в таком стиле. Чуть-чуть больше. На самом деле не выглядит дробно, просто это чисто мое субъективное. Оно не выглядит дробно, оно выглядит просто как-то, ну как-то просто как будто мне перебор с количеством мелкого цвета. То есть оно не дробно, а чисто мне просто неприятно из-за того, что оно все такое вот его прям потюкали вот этими. Есть просто немножко, может быть, если бы более чистый цвет был, оно бы лучше выглядело. Типа более буквальные цвета какие-то. Мне кажется, уже час. Вот. Уже час ночи. Я думала, что к часу я типа закончу, а я даже не попыталась что-то вообще хоть что-нибудь исправить из того, что я сделала. Блин, вот такую. Вот это прям. Какого черта? Гамно.
Я не знаю, мне сейчас кажется, что я вообще ничего не изменила, ничего не поменяла. Вот, к примеру, даже... Не, там по композе только поменяется. А на самой лошади почти ничего не изменилось. Один олень такой под жопой появился, и все. Но спасибо. Но должен прогресс быть. Я не люблю, когда нет прогресса. Кстати, по поводу арта, тоже забавная такая штука, насколько у всех тоже субъективное восприятие, ну, разное восприятие вот этой всей истории. Кому-то это может быть... Ну, мне на самом деле все еще просто это так странно, ну, как это по поводу всего, да, по поводу абсолютно всего. Мне это все еще так странно. Ну, типа, мне иногда кажется, что, мол, типа, ну, как вы не видите же, ну, как же ж... А это мои просто какие-то тоже баги. Мысль просто космос. Я, походу, надела колючий этот свитер. Мне чухается постоянно подмышка. Ну, по поводу субъективного восприятия, так и есть. Ну, типа, ну, я понимаю, просто иногда, когда задумываешься, ты не выкупаешь, как это происходит. Ну, как-то у меня какой-то немножко ломается попытка понять, она такая, типа, а как это так выходит, и ладно. Самое играет, как в прошлый раз. Короче, если нам ничего интересного не рассказываю, я, наверное, включу какое-то другое музло. Если потом его не будет, ну ничего страшного. Тупняк. Боже мой. По всем фронтам просто. Убейте. Ладно. Пофиг. Просто я бы сейчас просто, на самом деле, и металл бы включила, но люди убавятся просто моментально. Кто не переносит металл? Вот прям капец не ненавидеть. Есть такие тут? Мне просто интересно. Да не потому, что я пытаюсь включить его, мне просто интересно. Да по поводу тоже восприятия. Ну, у меня электроника и... Ну, типа, я очень люблю металл, но чаще всего слушаю электронику и... на самом деле, в последнее время мне еще нравится очень этот... типа, современные инструментальные какие-то штуки.
Так включи. Или я включи. Я, кстати, помню название, не помню музло. А инструментальные — это в смысле эти композиторы всякие, типа есть прикольные современные, кто мне, ну, реально прикольный. Вот, я как-то рассказывала по поводу сериала «Рассказ служанки», и вот я оттуда узнала о композиторше, барышне, которая писала музыку для последнего Джокера с Хоакином Фениксом. И это, типа, очень круто, когда ты находишь какого-то, ну, там, например, человека, да, там, исполнителя, дико прёшься по нему, там, у нее пару треков есть просто невероятных. Вот, а потом о нем начинают узнавать, типа, шире-шире, его начинают пихать в какие-то проекты, которые, к примеру, ты там ждала. Я, например, Джокера очень ждала, я люблю очень Хоакина Феникса, у него довольно клевые все фильмы. Вот, и тут ты узнаешь, что и Хоакин, и Джокер, и ее зовут Хильдур, что-то там, она на виолончели играет. Вот, и, ну, прикольно очень. И она такая драматичная, вот у нее все-все-все музыка. А, и, кстати, для Чернобыля тоже она писала музыку. Вот. Хильдур. Не помню. Еще и виолончель. И, короче, ну, типа, прям это очень круто. А что за стрим будет? Или уже стримишь и все? Мне интересно.
Не знаю. Не знаю, кто это, что это. Это группа? Художник? Не, вроде нет. Или я просто опять-таки забыла. Классический мой ответ очередной. Не, вроде не помню. Наверное, не слушала. Где-то, может быть, мимо меня прошло. Мы с тобой, по-моему, только по поводу Тул говорили, и все. А что за жанр именно? Тут, поточнее, типа. Ну, типа, да. У нее укорно, по-моему, только... Блин, начинает болеть горло, вот прям болеть. У Корна мне буквально, по-моему, один трек нравится. Это у них, по-моему, да, во время, по-моему, школы мне понравился клип, где у них разрушается небо. Типа в какие-то трещины начинают падать. Вот этот трек мне понравился. И типа клип плюс-минус, типа забавный. По-моему, это Корн. Я вообще, типа, прикольно. Тоже с школьного какого-то периода мое любимое — это вот воспоминания по поводу Entra Music. Если кто знает, кто из Украины. Death Metal. I мог, thank you. И кто, типа, из Украины, я не знаю, там, помнит, не помнит, типа, был Entra Music. И там самое классное, я помню, обожаю тот... Боже, да что-то, что тупит. И помню, самая офигенная тема была, когда включали после 12 без... как он там называется? А, я накрашу. Без... как же это называется? Короче, включали музло и включали клипы, которые запрещались играть, ну, типа, крутиться днем для детей, ну, типа, для постарше. What is it rate? Teach rate? Off? Наверное. Ну, как новый. Этому треку лет больше 10 лет, наверное. Больше. 15 лет, наверное. А, ну хотя я понимаю, что типа да, если он там из 90-х. И that's when a stream brings the views to your stream. Что? Это типа когда эти viewers. Ну, типа, когда зрители приходят, что? Переведите мне. Ну, типа, когда стрим приносит новых вьюверов или что? Такая элементарная фраза, а я что-то за это зависла. Ну, если я на русском зависаю, то что можно говорить о английском? Блин, горло болит. Что-то я сегодня как нытьё реально сидячая просто. Пацаны, извините, простите меня.
Я реально сижу, просто ною. Погодите. Я не понимаю вообще, типа, что хост, рейд, для меня это типа По поводу кисточки, что? Какая кисточка, типа, которую я крашу сейчас, что ли? Это... Печально. Я на самом деле, по-моему, этот пак, сейчас скажу, скачала у этого, у Макса, Чуабак, по-моему, Максим, что он там, кто он там, я не помню. Когда-то давно скачала, и мне прям заперла эта одна кисточка. При том, что вселенная услышала тебя плохо, я рисую сейчас такую какую-то вообще фигню, и сижу ною, и рисую просто мусолю на одном месте, и все оно как-то так... немного. Ну да, спасибо. Да, я типа давно подписан. Мне интересно, на самом деле, давно это сколько? Душевно? Ой, ну не знаю. Надеюсь, хоть немного. 2 года. Верёхин, да, Верёхин. Вот, и он когда-то пускал пак. А, это другой чувак, Чувабак, это другой чувак. Я постоянно их путаю, кстати. Они же там все этой тусовкой. Да. А куда, кстати, кстати, а по-моему пропал куда-то этот третий этот чувак, который злобное такое существо. Мне он на самом деле пёр когда-то очень, я его на ВКшке следила за ним. Не помню даже имени. Игорь, Игорь, нет, что? Не помню. Никто не знает о ком я. Он тоже типа... У него там тетки такие монументальные были в этих... В... Как это называется опять? Боже мой. Блять, это просто какой-то феерический тупизм, короче. У меня. Вот это поэтому, кстати, я долго не стримила. Долго не преподавала. Потому что я плохо разговариваю, еще и хриплю теперь. Я буду сейчас сидеть и молчать. Вот. В доспехах вспомнила. Бабы в доспехах, короче, у него были. Под ренессансные картины. Клевый, но не даст там не. Там именно ренессансная штука у чувака.
И он помоложе намного. То есть он из тусовки Верёхина и вот этих всех пацанов российских, русских. Его точно, по-моему, Игорь зовут. И он типа лет вот так тоже 6 назад прям нормально выстрелил. Ну, у него такие довольно сильно отрендеренные всякие штуки. Ренессансные концепты. Бабы такие крупные, с здоровенными мышцами у него. Ну, типа, довольно забавно, на самом деле, рисовал всегда. На тот момент это прям вообще... Он еще, по-моему, парапозе тогда перся. Он пытался что-то там рендер подобный делать. Уже вообще не могу вспомнить. Тяжело разобраться в лошади, на самом деле, что у нее там происходит, особенно если она вообще мышцатая, как, не знаю, как-то. Ох. Thank you a lot. No, unfortunately no. Sorry. Да, с хардкавера. То есть мне хардкавер все-таки принес какой-то... хоть какую-то пользу.
На самом деле, для второй книги я тоже рисовала, и я такую чушь нарисовала. Я так жалею, что у меня получилось такое говно. Просто большое, одно большое Г. Я все жду, когда придет книга, и посмотреть просто, насколько это действительно, насколько это вышло плохо, или все-таки это еще плюс-минус терпимо. На самом деле, порнуху, если ты не рисуешь порнуху прям вот постоянно, рисовать ее супер сложно. У нас просто условия в хардкавере были, что типа прям вот, ну вот должна быть именно прям порнография. То есть должны быть... Thank you. Вот. И типа... Должны быть гениталии. И ты такой... Как это влепить? И причем там еще было забавно то, что многие художники... мы все плюс-минус мыслим одинаково. Вот, и у всех была однотипная композиция, и Спиридон в какой-то момент, Спиридон, который все это организовал, начал просить людей, типа, пожалуйста, давайте вы не будете рисовать композицию, где женщина просто сидит фронтально, с раздвинутыми ногами, симметрично. А у меня прикол в том, что я тоже такую композицию хотела делать, и думаю, такая, блин, все поломали. Но это прям супер тяжело. И с рефами тяжело, и прям все оно такое, прям как его, что его. Типа эротика попроще. Эротика просто мне... Я просто люблю за какую-то там, за эстетику. В порнографии эстетика немного в другую сторону улетает, и ты такой... Тяжело. Бля, она плоская просто, как... Я не знаю, как... Ой, ужас. Вы сейчас увидите, как я плачу. Буду здесь сидеть и сопли пускать, просто свитер вот так вот вытирать. Это все тянуться будет, такая эстетика вообще. По-моему, я все испортил. Да, как она, да. Смешной мужик, на самом деле. Я про него тоже здесь на прошлом стриме немного рассказывала. Про, я так понимаю, про его... Ну, про то, как он работает. Как я понимаю, как он работает. Не. Гимно. Кстати, периодически тоже сижу у кого-то, у художников, посматриваю, что там они, на кого они подписаны. Типа, можно что-то понаходить. Интересно. Смотри, мне вот этот трек очень нравится. Начало у него странное, какое-то такое завеселое. А вот эти вот качающие штуки, короче, неприкольные. Хотя на самом деле сама музыка, она очень, ну, вот, подобная. Она очень... Ну, как это... Не самое сложное музло, которое можно писать. Однотипные звуки, однотипные какие-то просто кочевые какие-то штуки и все. Качают и хорошо. А что значит не понимаешь? Типа, как у него вообще... А, я люблю эту барышню, да. Я люблю эту барышню, я на нее на самом деле подписана еще, по-моему, с... По-моему, это барышня. То, что...
Серега скинул. Вот, я на нее еще с Фейсбука подписана была, мы там что-то даже немножко, по-моему, то ли переписывались, еще такое. Она очень забавные штуки раньше делала. Ну, типа, да. Я не говорю, что она прям супер крутая, но она типа забавная. У нее вот этот весь ее какой-то ее личный стилек, и у нее там иногда какие-то такие тематики. Но по поводу порнухи, кстати, мне очень все еще нравится, как она барышня, которая рисует гравюрные именно штуки, там очень сложная, хорошая анатомия. Блин, одна из самых знаменитых баб, мне тоже, кстати, Милковка Канат типа скидывала ее. А, нет, Марка Невер скинула. Марка Невер тоже. Опять да, любимая. Как же эту барышню? Она прям одна из самых-самых. У нее там типа такой прикольный хардкорчик немножко происходит, типа какие-то фетиши, там сетки всякие, бла-бла. Блин, вот не вспомню. Не помню. Я сегодня бесполезная. Просто максимально. Как же зовут? Что, никто не вспомнит? Причем, я так понимаю, что он же именно маслом это все пишет. Не знаю, кстати, его имя. Кокос, короче, кокос маслом пишет. Вот. И... Ну и, судя по всем, по фоткам. Там видно, на самом деле, по фоткам. Но да. Типа... Ну, блин, он, наверное, очень долго экспериментировал. Прям супер долго. Да, вот Digital, кстати, у него, походу, только недавно начался, потому что, ну, мне больше нравится, когда он маслом писал. Сейчас я так понимаю, что у него большинство работ реально как компьютерные. Компуктерные. А все знают историю про Марка Невера? Знают ли вообще этого художника и историю? Я что-то просто вспомнила про него, что он мне кидал эту бабу. Ты сейчас про Марка Невера ответил? Потому что он не порт-художник, он этот, он концепт-художник. Большой такой, чуть не на английском не матекнулось. Черный мужичок, короче. Он, типа, делал, кстати, концепты для Mortal Kombat XX 20 этот. Или, 10, или X просто 10. 10, а, 20, 10. Вот. И это... Он, у него просто там сама история именно личная забавная такая. Все начали на него агриться, бабы. И он, походу, прекратил вообще как-то немного вообще светиться сейчас. Один из самых, на самом деле, знаменитых художников тоже, типа, в диджитале. Вот. А потом на него начали, там одна баба даже открыла целый этот отдельную страницу, чтобы рассказать, какой он херовый чувак. Там, короче, чувак писал всем практически очень большому количеству женщин, просил у них нюцы для рефов, вот, и в целом был, ну, типа, как говорят, сексуально активный, типа, он ко всем постоянно подкатывал, постоянно что-то хотел от всех. Вот. И вот как-то мы с Сашкой тоже обсуждали эту тему с Францевой, что типа... Она, кстати, там на стриме, одном из стримов тоже что-то говорила, я слышала. Что типа, ну как бы везде всегда есть люди, кто кому-то что-то пристает, постоянно типа что-то какие-то шуточки пошлые кидает, еще какая-то фигня. И очень странно, когда кто-то прям... Ну, одно дело, когда тебе, не знаю, да реально типа домогаются тебя, другое дело, когда типа шутку галимую какую-то кинул, какой-то придурок, и все. Ну типа, ну окей, ладно. Вот, и там прям по поводу вот этой вот фигни с ним, прям очень там целая катавасия такая пошла, и он там начал извиняться, ну такое, что-то тупая фигня на самом деле, вся эта американская. Мне просто интересно было, кто вообще в теме.
Никто не в теме. Ну, мужик прикольный. На самом деле, посмотрите, что он делает. Марко Нелор. У него, типа, интересно. У него раньше особенно вообще там шикарнейшие вещи были, когда тоже там он в каких-то блокнотах рисовал. У него прям очень классные рисунки были. И сейчас он немножко, мне кажется, как-то у него или в депрессию ушел, или не знаю. Он какие-то такие очень быстрые штуки делает. Вот. И... Но у него прям очень прикольные раньше были моменты. Ни у кого, кстати, не залипает фотошоп. Я вот, типа, не могу понять эту фишку. Типа, когда ты пытаешься часто менять, пикать цвет, типа, он начинает залипать, и у него прям прокручивается колесико, что он думает, какой цвет ты там берешь. Мне очень сильно раздражает эта фигня. Мне говорили, что фотошоп, в принципе, много всякого... Ну, у всех какие-то баги есть в фотошопе. Раздражая. У него ак закрытый сейчас, серьезно? О, блин, реально замучили мужика. А там я рассказываю, там реально вот такая огромная накачанная махина, просто большой черный чувак. И очень странно, что его так прям затюкали какие-то бабы. Ну не знаю, это прям, ну такое что-то. Серьезно, блин. Бедный мужик. Но он там причем рассказывал, писал, что типа он там психотерапевт, ну, он извинялся очень, блин, я понял, что я был там типа прям ужасным человеком, я всех вас обижал. Скажем так, со мной он тоже типа общался, мы разговаривали с ним типа, и ну ничего такого прям, он не настаивал, он не заставлял, типа все было норм. И как бы нормальный себе мужик. Мне тоже типа там свои нюцы покидал, потому что, ну типа давай порисуем, ну рисовали, окей. Типа, просто мужик. Он предлагает, ты такой или нет, или да, окей, все, пока. И он писал, что, типа, он ходил к психотерапевту, типа, вот, психотерапевт ему там объяснил, что насколько он был неправ. Ну, какие-то обычные, мне кажется, человеческие штуки уже начинают куда-то вообще не в такую сторону улетать, непонятно. Сумасшествие. Такое. Опять немножко чешет. Простите. Так, погодите, вы там что-то понаписывали. Линейка? Да. Не люблю линейку. Блин, ну фотошоп, конечно, тупит. Да сейчас некоторые бабы просто посмотри на нее, она уже воспринимает это домогательством, к чему-то сидит. Ну да, да, типа, ну особенно за границей вся вот эта тема, что, ну, на самом деле, это такая большая, широкая тема для всяких разных мыслей, потому что, ну типа,
Неожиданно. Мы с Сашей обсуждали просто эту штуку. Мне понравилось, что у нас сошлось мнение с ней об этом. Что, с одной стороны, вроде как все женщины любят, чтобы на них смотрели, чтобы они нравились. И все хотят казаться красивыми, там, не знаю, симпатичными и привлекательными. С другой стороны, ряд женщин, которые почему-то считают, что если кто-то заметил ее там симпатичность, красоту и все остальное, это уже типа какой-то харассмент, да? И это очень сильно... Я просто периодически тоже вычитываю всяких каких-то... Ну, мне иногда нравится смотреть аккаунты вот этих боди-позитивщиц. Вот. То есть у них там иногда очень прикольные картинки бывают. То есть фоткают прикольно, там какие-то... Ну да, там типа пополнухи, которые там фоткают какие-то свои... ну, там, в не самых лучших, идеальных каких-то ракурсах, и это прикольно, на это интересно смотреть. Мне на это интересно смотреть. Я люблю такие рисовать штуки, типа, оно, ну, интересно, оно разнообразно. Потому что вот эти все вылизанные идеальные бабищи мне тоже, типа, надоели. Но в то же время то, что пишут барышни, типа, объективизация, типа, смотрите на мое тело просто как на тело, а не на как сексуальный объект, но как бы потом это тело не будет восприниматься сексуально, и секса просто, в принципе, не будет. Ну, типа, что? Что? О чем речь? Ну, типа, да, конечно, понятное дело, но как и с феминизмом, и со всей этой темой, оно просто все не может стоять в каком-то правильном... на какой-то правильной середине, а все уходит в какие-то крайности тупорылые. По поводу игр у меня это прям тоже, типа, по поводу арта, игр, каких-то мультиков. Я помню, мы уже тоже обсуждали тему, когда это повлияет на мой арт. Когда мне скажут, типа, о, женщина, ты рисуешь слишком не настоящих баб, давай ты будешь там, я не знаю, уменьшать им сиськи, увеличивать мышцы, не знаю. А еще мне, кстати, вот что мне всегда интересно было, почему на всей вот этой волне, почему мужики не кукарекают, что, типа, везде же накачанные красивые пацаны, типа, почему вы не показываете обрюхших, жирных, ну, типа, типа обычных, но я не понимаю этой фишки. То есть мне, ну, типа, будут тоже пацаны скоро возмущаться по поводу всей этой темы или нет? Потому что пацанов все еще, по-моему, никто не трогал. Да, полиция, ты сейчас... Да-да-да, сейчас тут меня заломают. Ну, вообще, типа, прям, ну, это прям очень... Мне интересно, во что это выльется, будет ли какой-то пик вообще из этого, и, ну, на что... Вроде бы, как я слышала, мужик терпит, да-да. Блин, я вспомнила какую-то идиотскую песню. Фу. Это оттуда, нет? Какая-то идиотская песенка про мужика. А потом он там, по-моему, затанцевал... в каком-то смешном прикиде под конец. Этому клипу и песне лет 10, наверное. Ну, вы, короче, не вспомнили, просто у меня что-то промелькнуло идиотское ну, я не помню просто там слов, там что-то было подобное, типа... Мужик терпит... А, мужик не танцует, а вообще какая-то такая параша. Боже, зачем я это вспомнила? Мужики не танцуют или какая-то такая фигня? Забудьте, вам оно не надо. Просто... Это реально, типа, какая-то штука из 2005-го, я не знаю. А. Editors? Что-то вообще какая... А, это не оттуда. Эй, подожди. Нет, подожди. Будем гулять по Малолетскому музлу. Извините. Я постараюсь больше так не делать. Ну да. Ну, это факт. Конечно. И силы им не надо тратить, и мозги можно занять чем-то полезным вообще.
Я, кстати, меня... погоди, сейчас. Вот, во-первых, это же типа одна и та же контора. Во-вторых, мне пока еще, в отличие от Инстаграма, в Фейсбуке ни разу не приходил, по-моему... Не, по-моему, один раз приходил бан, но это было очень давно. Но так, типа, мне вроде никто еще не жаловался, и ни разу мне не какие-то, ну, прям вот, прям каких-то жестких там моментов. Хотя, не, подожди, я... А, не, я все-таки ошибаюсь, я там прикрывала, я там замазывала. Все, не, я ошибаюсь, я забыла, да, точно. Я просто сейчас перестала замазывать. Тогда я замазывала и выкладывала, а сейчас я перестала замазывать, выкладываю, и вроде так нормально. Точно. Кошмары. На самом деле, я всегда, всегда возмущаюсь, когда, ну, типа, есть люди, у которых реально голова забита, и как-то они запоминают очень много всякого разного дурного хлама. И у меня часто попадаются мне люди, которые помнят идиотские песенки, которые очень сильно потом заедают в голове. Ну, там чисто вот прям чуть ли не реально со школьных каких-то, школьного периода. И тут я реально вспомнила вот эту парашу, которая сейчас у меня тоже крутится в голове, картинка эта, и я прям... Какого черта? Я так не делаю никогда чаще всего. Моя голова чаще всего этого не делает. Гидота. Редкая. Вдохновляющий. Кто там вдохновляющий? Спасибо. Я не знаю, на самом деле. Я же говорю, у меня пока сомнения вечные по поводу всего на свете. Но спасибо. Я на самом деле даже думала, может быть, реально сегодня не делать трансляцию. А по-тихому просто все закончить и забить. Я, честно говоря, не хотела выходить на публику. Как она-то не банится, потому что ну, у него ж нету на самом деле ну, конкретики. Там ничего не видно. По факту, им, я думаю, что на него, наверное, жалобы какие-то приходили, но причин на самом деле у Инсты типа нет его банить, по-моему. Или его банили. Ну, у него нет типа конкретного там вот четкого какого-то какой-то гениталии. Плюс-минус, вроде все просто абстрактно. Абстрактно, типа, как бы можно. То есть вы на самом деле все додумываете сами. Придумали там, что там есть что-то. Это ваши проблемы.
что-то такое странное. Ой, это прям звуки. А, ZPEG, боже, ужас. Кошмар. Это не мои, мне там не предлагаются эти треки, это не мои. Я их не слушаю на самом деле. Если что, если кто знает. Позор просто. Вас сильно нагрузит такое музло или нет? Или лучше реально электронику включить? Представила, наверное, наверняка есть такой контент. Стример с шансоном и с каким-то подобным стилем рисования. Да как вот эти вот странные мужики из сел России тоже типа ведут каналы на Ютубе. По-моему, какой-то один чувак, блин, ну, наверное, какая-то чушевая штука опять. Что-то там мешал какие-то свои гениальные коктейли из самогона или что-то такого. Свободная ниша, да? Но это же надо, типа, как это, быть среди, как это, быть их, а то искусственно получится. Своим. Короче, надо, чтобы меня приняли туда, к примеру, или кого-то. В тусовку эту. Зубы себе повыбивать нужно сразу. Из бодуна стримить обязательно. Хотя нет, на самом деле, ну, если не в рисовательном смысле, то такого говна очень много. Купола. Но банальненько немного. Оно стандартно, но да, но... Я что-то вспомнила по поводу того, как чувак есть на Ютубе, который обзорщик всяких, ну, типа, просто каких-то стримов или, ну, типа, живьем видосов этих с одноклассников. Вот там прям вот лучше в жизни больше этого не видеть. Один раз посмотреть у чувака эти видосы и просто поплакать и забыть. Вот это что-то из подобного контента. Люди странные. В целом. Очень. Мне не нравится. Короче. Наверное, одноклассники. На ТикТоке еще что-то может попасться. Я не смотрела, кстати, ни разу. У меня там в последнее время подруга говорит, любит угорать, несмотря на то, что она говорит, я тоже понимаю, что это говно какое-то. Но это, но ей там нравится всякую чушь тоже снимать. Немного. Ну, там по работе. И это, и... Но в одноклассниках нормального, мне кажется, вообще ничего не найдется. На ТикТоке еще может быть. На ТикТоке, по крайней мере, котики вроде есть. Котики заходят многим. Но я могу ошибаться.
Ну и вот на вот этом моменте, скорее всего, мне удалят звук на этом, на видосе, я думаю. Посмотрим. А сколько мы уже сидим? Кто видит, кто знает? А, 2 часа. Все. Мне видно, я забыла. Не, у меня чухается, а у меня накрашен глаз, и это прям страдание женское, почесать глаз, который накрашен. Красный нос. Ханах. Это практически посмеялся и поматерился одновременно. На самом деле, я сейчас поставила все самые любимые свои треки, и мне сразу хочется вскочить и скакать. Mm.
Даже эти чуваки, кстати, должны были к нам приехать, по-моему, да, Кариба. Да вот эти чуваки должны были к нам приехать, и вроде их переносили, я не знаю, кстати, были они. А может, я их пропустила? А кто знает? Никто не знает? Никто не был на Карибу в Украине? Они были у нас? Нет? Я, наверное, могла опять тупануть. Боже, какая нижнятина детская. Я не знаю, что я опять творю. Мне не нравится. Не ловки. Я вот в том-то и прикол, что его из-за ковида переносили, а потом вроде как сказали, что когда у нас типа плюс-минус как-то уже можно было и по кафехам сидеть, и в кино ходить, вроде как сказали, что будет. И вроде как в конце лета. И я вот пытаюсь понять, было оно или нет. Или они все-таки не доехали к нам. Из-под жопы. Я все еще не могу успокоиться. Я его не смогу переместить. И он будет очень... А еще он жирный. Ой. Блин. Это какой-то...
жуткий геморрой пытаться продать это, куда-то отправить за границу, бегать это все каждый раз. Причем, в чем прикол? У нас в стране все еще не знают. Не то, что все еще, из-за того, что много чего меняется, у нас не знают, нужно ли разрешение на вывоз искусства, типа. И вот. Ну, типа, да. Пионер хоть что-то, да. Вот. И типа в эту область, то, что я в интернете поискала, говорят, что плакаты тоже входят в область, типа, искусства. И я не знаю как, но типа я была в. Ну, типа, на этой теме с проверкой своих рисунков, чтобы они мне там штампики поставили, вот, чтобы на отправку, типа, за границу. Недавно занималась этой фигней, мне не понравилось. Вот, и ты вначале приезжаешь, потом ждешь, забираешь, и потом только можешь отправлять рисунок, получается. Вот, и на месте мне сказали, ой, мне, типа, так очень нравится, когда нам приносят, типа, рисунки на бумаге, они действительно какие-то, типа, картины на маслом на холсте. Вот, и я говорю, так вот, в следующий раз я могу, типа, приходить, не приходить, а просто отправлять. Он говорит, а мы не знаем, потому что сейчас очень сильно меняются законы. И меняются какие-то там во власти чуваки и все остальное, и они по факту делают все, что хотят, и просто на таможне могут отправить обратно. Так вот, по поводу плакатов. Я хотела, типа, просто... Есть такие сайты, на которых ты можешь загружать, типа, какие-то там PSD-хи, они сами печатают, сами отправляют, берут какой-то там процент, который меня бы, в принципе, удовлетворял, и просто рассылают тем, ну, кто заказывает. Это максимально удобно. Да, вот так называется, не знаю, кстати, наверное. Вот, и это, типа, максимально прикольная тема была бы, если бы у нас был PayPal, потому что чаще они работают через PayPal. Наверное, может быть, пропела какую-то странную хрень. Не, этот сайтик я не находила, я находила какой-то другой по дизайну был. Я думаю, такого много. Не слышала названия, не помню, честно. Вот реально. Могу все забывать нафиг вообще. Ну, короче, да, вот этот вот момент. При том, что, опять-таки, на всякие на эти. У нас столько рукоделов, я не знаю, столько людей, которые делают всякие штуки интересные. Я знаю, что вроде как у меня... Да? Блин, ну это, кстати, хорошая инфа, я гляну. Может быть, все-таки найду. В Society X, кстати, по-моему, что-то там тоже не так было. Я там тусила. С пионером они работают? Потому что я помню, что я там даже зарегана, я что-то недавно заходила, что-то, по-моему, прочитала, такая, ага, окей, все, и закрыт. Угу, я гляну, спасибо. Сейчас прям открою, пусть у меня открыто будет. Всем симпатяшный такой. Мне нравится дизайник, минималистичный. PayPal все-таки, да? Ну, короче, реально, страна третьего мира какого-то, и абсолютно она такое, типа, странное. Угу. Ну, вот я рассказывала, что, типа, этот... спасибо, что Patreon через Пионер. И я только недавно пробила там всю эту штуку, начала, типа, как-то... У меня там просто минимальная сумма лежала. Я хотела ее вывести и попарилась немного минимально там. И перекинулся на пионер. Все, типа, прикольно, спасибо. А меня нормально слышно, кстати? Потому что я довольно, наверное, тихо разговариваю. Блин, я так люблю этот трек. В Питер ездила за этой группой специально. Это надо, наверное, просто опыт иметь еще в этой штуке, потому что я не шарю, как у других. Типа, наценку... Наценку, типа, ну, в смысле, часть, которая заберет сайт, или наценку за что? Не, не,
нема. Я захотела есть в 2 часа ночи. Жраться. А, погоди, а что, в других штуках такого нет? Ну, типа, главное, конечно, чтобы тебя купили потом за эту сумму. Но на других сайтах они ставят цену за плакат, что ли? И потом забирают еще эту часть, какую сами захотели. Ну, по факту это логично, потому что, опять-таки, у всех принты разные, сложность плаката разная или каких-то всяких штук. Скиллы разные, и цена будет, соответственно, разная, как по мне. Наверное. Ой. Фу, кошмар, половина. Угу. Я, кстати, на самом деле единственное, что пробовала, это... Как чуваки называются? Довольно знаменитый сайт, где они футболки всякие делают, они больше на футболках прям... знаменитый, короче, футболками. Я вот делала для них много чего, пыталась, но у меня никак вообще не выходило, они, то есть меня там не лайкали нифига, и, блин, как же они называются? Я не помню. Никто не знает? Реально, по-моему, одна из самых американских больших компаний. Еще Дрибл хотел сказать, но Дрибл это вообще не то. Бла-бла. Не помню. О, как мило играет. Такая романтика ночная. Нет, Design by Human даже не слышала. Не помню. Сейчас буду рыться в своей папке, потому что у меня есть реально папка. У меня, смотри, есть папка Work, поэтому я, может быть, сейчас просто гляну. По-моему, там я... нет, не то. Что, не там? Нет, не скажу вам, не знаю. Не помню. Нет, не помню. Блин, не помню. Не важно. Но они типа нормально так. У них там очень большое количество людей. Очень много по всему миру они все эти принты разводят вообще. Типа, у меня даже знакомые покупали оттуда типа футболки, потому что у них там с юмором забавно. У них на самом деле прикольные принты. Вот, и поэтому, скорее всего, из-за того, что у них своя какая-то тема, свой какой-то стилек определенный у этого сайта, туда втиснуться довольно сложно.
Какая романтика. Друга тоже обсуждали тему, что, блин, можно так много всего делать, пусть даже бы брали за это какой-то, наверное, налог, ну хотя бы, не знаю, ненавижу налоги, но надо как-то привыкать, вот, и можно такие-то, ну реально, типа, рукоделить прям очень много всего разного, и мир бы хавал нормально абсолютно. Потому что вообще, в принципе, народ потребительский сейчас, и все любят что-то заказывать, покупать. А оно тупо ступорит вообще очень много чего. Хватит романтики. Классный трек, но он слишком не под настроение. Министерство искусства, вот. А это тоже ты вычитал из интернета? Потому что в Министерстве искусства на самом деле говорят, что им, они вообще принтами не занимаются. Все, что печатное, это типа вообще не по их области. Ого. Ну тут играют, короче, эти наши чуваки. Российские. Наркомания такая. Я хочу быть один. Мне никто не нужен. Только каннабис. Твоя девочка просит. За это меня точно забанят. Лай. Говорят, что я плохой артист. Но мне похуй на них. Я ниндзя каратист. Смешно. Он такой чушь поет. Мне не знаю, почему это нравится. Но... да, вот я тоже вычитала, но тебя тут долго выискивала. Наркоманы. Это. И жюри, при этом, типа, нет и от первого лица. Типа, человека, который этим занимается. Мне нет прямого, адекватного ответа на мой вопрос по поводу, нужно ли мне таскать это говно дальше. Удивительно, что еще люди есть. 2 часа ночи. Завтра еще вроде пятница, да? Сегодня пятница. Да. Вот, кстати, я еще не вот обегала. Я вот... мне, в принципе, там девочка одна писала, она работает во всяких... для всяких разных компаний. Очень много... ну, всякие организовывают всякие штуки. И там она в полиграфии, скорее всего, тоже шарит. Она говорила, что, типа, если надо, будет, поможет. И вот я не разбиралась пока. Откроешь мне секрет? Мне просто интересно, смотри, какие у нас полиграфии плюс-минус нормальные. Потому что я, типа, для себя хочу попечатать, и не знаю, может быть, для Украины, если кто захочет из украинцев, типа, там, выставить, показать, отправить, как-то так, отдать. В какой-то полиграфии печаталось, это не секрет. Если секрет, то я не... Я понимаю, что это все как это наработанная информация. Да, давай, прости, что я так опять поздно и долго. Давай, спокойной ночи.
Мне самой на самом деле надо, потому что я не хочу опять в 3 часа ночи. Взаимно. А, погоди, ты сказал, что ты нашел одну только полиграфию, которая норм, или я неправильно прочитала? А, я решила, что типа ты нашел кого-то. Типа оббегал и все-таки наконец-то нашел. Не, на самом деле, типа, я могу спросить у этой девочки, и может быть она мне подкинет инфу, я не знаю, в следующий раз скажу, или там в инсте куда-то, или где-то куда-то могу отправить. Жиру, я сама собираюсь, поэтому глянем, что там. А ты был в этих центральных, которые... Есть вот одна, по-моему, полиграфия, она типа хипстерская. Я не знаю, насколько она там клево печатает, но мне почему-то больше доверительно, наверное, в таких местах печатать. Одна находится на Олимпийской за Салатейрой, если обойти, и на другой стороне. А, по-моему, там, где был барбершоп с мотоциклом, или возле него, что-то типа того. В арке типа барбершоп, и возле него, по-моему, этот, полиграфия. И одна, по-моему, похожая или такая же одна из серии, типа, на Подоле, на валах. На верхних валах, по-моему. Просто они, типа, вроде бы как, возможно, себя позиционируют как серьезные люди, типа, и можно попробовать. Что я, в принципе, планировала, хотела там проверить. Ну вот я подозреваю, мне кажется, что Print24 это оно и есть, нет? Потому что я знаю, что, по-моему, они тоже работают сутками. И у меня, по-моему, знакомая еще тоже печатала, по-моему, тоже там же. А, я не увидела, что на валах. Вот, может быть. Но я просто название не помню, помню, что я... Ну, они просто выделяются очень на фоне... Что такое? На фоне всех остальных полиграфий, и мне кажется, должны. Да? Нет, подожди, я не поняла. В смысле, типа. А. А надо какая? Я вообще не шарю в этой штуке.
Ого. Ну да, я поняла. А типа и Google не помогает на самом деле, да? Видимо, просто есть какие-то стандарты, я так понимаю, банальные, удобные всем, типа у нас тут. Им, видимо, невыгодно тоже. Ну, в плане, это надо, наверное, шарить, париться и еще и что-то заказывать. Может быть, у нас просто спроса, кстати, тоже, наверное, нет. Любимая тоже тема. Нет спроса, нет и движухи этой всей. Никому не надо, ну и ладно. Ну да, типа, я представляю, как это весело еще в более маленьких городах, типа, тут и так село, типа, думаю. А там, блин, вообще, наверное, люди погибнуть могут, не знаю. Это музычка моей школы. Типа, внешние чуваки.
И по факту, мне кажется, что она имела с этого денег очень немного. 300 подписчиков в Инстаграме и 200 подписчиков в Патреоне. Я просто понимаю, что, во-первых, за то, что она это все открыла, это все всем было видно, никаких секретов, зачем я буду платить, если я так могу посмотреть, наверное, так. Сейчас она вроде прикрыла всю эту тему, и, может быть, чуть-чуть, мне кажется, больше, не знаю, есть возможность заработать. Но с Патреоном прям все пока, ну, реально, типа, надо пробовать и как-то пытаться понять, что как. Да. У меня начинают глаза следиться. Вот сейчас начинают глаза следиться. Ну, на это все, вот, блин, вот реально тупо на все нужно время. Иногда кажется, что тупо время... Ой, что делаю? Иногда кажется, что времени вообще нет, а оно надо. То есть реально, чтобы был какой-то профит со всего процесса. На все нужно реально нормально так. Ну, мне так кажется. Есть, конечно, люди, которые каким-то образом раз выстрелили и все, типа такие, все у них как-то нормально. Просто вдруг внезапно просто и все. Другим иногда надо чуть больше поработать, наверное. Но главное пробовать. Тема неплохая и, в принципе, реальная абсолютно. Но я вот не мониторила эту тему, поэтому у меня буквально только с Анной Годис вот такая вот ассоциация, что типа много подписок, а там фонарь какой-то. Вот. Насколько таких много людей, я не знаю. Мне интересно, но не знаю. Ой, блин, я так люблю этот трек, боже. Тоже школьная тема. Офигенский клип. Блин, я обожаю. Обожаю барышню с этого клипа. Красивенная. А, здесь без текста. Здесь должен быть текст вообще. Ну, типа, да. Ну, вот это вообще основная тяжелая проблема такая всех, у всех нас. Попытаться сделать какую-то штуку свою личную, чтобы получать за нее деньги, за которые ты можешь жить. А не... Ну, а получается это все скорее... Чаще всего это получается параллельно как-то пытаться тянуть, типа, да, там, работать наработки за деньги и делать что-то, за что ты хочешь, как бы, может быть, в дальнейшем получать деньги или просто в удовольствие. И оно... Ну, и многие люди реально не вытягивают и забивают, и все остальное тяжело. Я не помню, я, по-моему, тоже я рассказывала кому-то тему, что... А, опять Саша, это последний человек, с которым... Предпоследний человек, с которым я виделась, и с которым мы там обсудили много чего. Я помню, ну, я ей рассказывала тему, что когда-то я жутко не хотела рисовать вот после работы. Для меня это был прям ужас. То есть вот еще в 26 лет, еще там типа 4-5 лет назад, еще 5 лет назад я дико противилась теме, типа, вот ты работаешь, рисуешь, и, типа, еще потом идешь куда-то рисуешь. Для меня это была паника. Несмотря на то, что я там во время школы, типа, ходила еще на курсы, кроме школы, вот, во время, там, уже постарше, мне хотелось где-то что-то делать, какие-то такие штуки, которые не связаны с рисованием. То есть, грубо говоря, где-то что-то, может, кататься на чем-то, или общаться, или еще что-то. То есть у меня там желание было как-то социализироваться, или еще какие-то штуки. Вот. И, ну, постепенно поняла, что я ошибалась, и что, ну, все-таки, если ты этим занимаешься, то лучше этим заниматься полноценно. На работе, на самом деле, очень многие не сильно растут. Это одна из проблем тоже таких. Очень многие застряют в чем-то, в каком-то удобстве. Вот, к примеру, в офисе принимают твою работу, так как она есть. Ты там, типа, работаешь, все нормально, тебя там подтверждают, денежку платят, и ты такой, ну, окей, не буду больше ничего не делать, не буду ничего учить. А для того, чтобы как-то пытаться выкрутиться из этой вот какой-то однотипной штуки, нужно
для себя что-то делать, потому что это поиски, это определения, это какие-то, какие-то ответы иногда на реально свои вопросы. То есть реально только в творчестве можно найти какие-то... то, что тебе больше ближе. То есть она типа одна из просто первых была на Инстаграме, да, со всей этой темой. Проходит в этом всей тусовке. Ну, как бы, да, очень много и стримеров таких, я так понимаю, появилось, типа, в то время тоже на ютубчике. И, в принципе, подобных людей, которые что-то там, какое-то нововведение сделали, и все такие, ого, да, хорошо. За тобой я буду следить и смотреть.
Ну и мне периодически пишут тоже люди, ой, типа, а я и не видел, Инстаграм чертов, типа, вся эта фишка. Ну и на самом деле, по факту, тоже я могу сказать, вот у меня, к примеру, сейчас 26 тысяч, статистика показывает, что мои работы видят, типа, около, сейчас скажу, то ли 16, то ли 15 тысяч. То есть буквально половина людей только видит посты. И, ну, такое. Ну, это, конечно, не проблема, потому что все равно где-то что-то вернется, где-то что-то не вернется, не знаю. Ну, просто, реально, меня харит то, что я не вижу тех, кого я хочу видеть. Я хочу видеть эти работы. Ну, в придачу я иногда мне еще времени не хватает, а времени не хватает... Ну, типа, ты такой задолбанный, уже не хочешь никуда заглядывать. Заглядываешь, а там все равно одна реклама и те чуваки, которые ты налайкал. Какие-то у меня здесь сидят сумасшедшие люди, которые мне спится. Вы все психи. Это я люблю, типа. Блин, нет, кстати, блин. У меня есть такая грустная штука. Иногда, когда в реальности максимально скучно. У меня буквально недавно такой период был, довольно длительный. Когда для меня самое веселое — это сны были. И это типа прям очень неприкольно. То есть я реально понимала, что мне намного более интересно спать, чем жить. И это грустно. Я люблю типа веселье какое-то, люблю, когда мне там, не знаю... Когда есть на что... Ну, когда, короче, весело. А у меня какие-то там тоже кризисы ловились, были, есть, в принципе. И реально ты такой... Реально во сне повеселее. Вот у меня просто еще упоротые в принципе сны снятся. И оно такое... Так, ты опять не там рисуешь? Да что ты от меня хочешь? Падла. Каждый грёбаный раз. Реально, какой-то наркоманский сон, я не знаю. Слишком ярко все.